Ах, черт! Канистру свистнули. Придется поискать топливо в деревне. По сараям пошарим. С начала событий жизнь круто изменилась. Повезло, конечно, что болезнь не прицепилась, но проблем все равно навалом. Здесь жить, конечно, проще, чем в городе. Натуральное хозяйство сильно выручает, ведь теперь в магазин не сходишь и картошечки с котлетами не купишь, да и пивка холодного не отведаешь. Мародеры одолевают, кочуют теперь с места на место, грабят попутчиков, не брезгуют ничем. О совести и чести, видимо, позабыли напрочь. Рано или поздно, наверное, придется отсюда
отлично. По коням. We'll be right back.